Всем привет, вы на канале Парк Полочка. Сегодня у вас будет распаковочка моей новиночки. Я не имею этого аромата в своей коллекции. Ну что, это провал, раз его у меня нет. От Маэстро Кургджана. Ну что, открываем. Нет, это не Бакара. Если у вас возник вопрос, у меня Бакара в экстракте. Другую я не ношу, не могу, не хочу. А что у нас тут? Чек. Все как мы любим. Раскрытие. Та-дам! Это Хё, Барбари Хё. Эда Парфам. 100 миллилитров. Подарочки положили. Очень приятненько. Рандеву постарались. Как всегда. Очень мне нравится. Не реклама. Не сотрудничаю пока. Раскрываем. Ну что, раскрываем с удовольствием или быстро? Ну давайте уж с удовольствием. Давайте снизу раскроем. Так уж вот как аккуратненько. С пиететом и уважением к Маэстро Кургджану. Так. Угу. Так. Так, ну что, со всеми ништячками, да, таким, ну красота, та-дам, все как мы любим. Здесь какой-то шампунчик, здесь кремушек, уже такой был, Саем, по-моему, фирма называется, у меня давно был, какой красивый. Сотка, конечно, великая. Очень надеюсь, что я ее отсюда еще не слышно. Очень все лаконичненько так. Ну, это люкс. Это не ниша, если кто-то ждет нишу. Очень нежный. Очень женственный. Шафраналь я здесь не чувствую. Который меня отталкивает, сразу скажу, многие. Без аттеста советую не покупать. Вообще к парфюму относитесь. Я просто уже по пирамидкам смотрю иногда, а иногда просто хочу какой-то аромат. Вот и не смотрю уже пирамиду, просто хочу и все. Вот слепая покупка. Вот здесь была как раз вариация со слепой покупкой. Очень красиво, очень. Я прям нанесу его на себя. Прям сегодня я буду многопшеничницей. Я это сделала. Слушайте, ну это очень красиво. Здесь такие нежные цветы. Цветы именно вот такого оттенка. Пудровые. Это многие видят в этом. Я видела обзоры какие-то. Встречались мне. Какие-то леденцы, еще что-то. Для меня нет. Может быть, у меня какая-то такая версия. Может быть, он еще такой не настоявшийся у меня, но для меня это цветы. Это нежно. Жасмины. Какие-то розочки. Но розочки не алые, а нежно-розовые. Такие, которые распускаются в саду. Я слышу вот эту цветочную композицию. Да, он очень сладкий, но не настолько, чтобы это было попослепательно. Рекомендую к затесту. Вот у меня не было затеста с ним. Дружбы не было. И я поняла, что парфюм от Барбари должен быть в моей коллекции от Маэстро Кургджана. Очень красиво раскрывается. Интересно, будет ли он пудрить. Напишите мне, если вы с ним знакомы. Расскажите о своих эмоциях. Вещь мне нравится. Очень красиво. Но так как я с люксом дружна, и все, кто знают, да, мои предпочтения, я люблю ароматы, которые звучат и легко, и ароматы, которые с какой-то загадкой. То есть я не люблю простые ароматы, мне не нравятся. Но здесь именно вариант, когда он не особо сложный.
Когда он не надоест, не придушит. В общем, классный аромат. Еще поношу. Возможно, вы увидите его в моих последующих видео. Да, я думаю, что увидите. В каких-то реках. Но он прям меня покорил так же, как и Corner Flower. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока.